В эфире новости МТРК. Мы продолжаем. Более 300 сотрудников местной полицейской службы дежурили в областном центре в день рождения Астаны. Именно в праздничные дни возрастает риск непредвиденных чрезвычайных происшествий, а потому стражи порядка несли службу в усиленном режиме. На дорогах Петропавловска полицейские задержали 7 водителей. Они управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 80 раз нарушали правила дорожного движения пешеходы. За праздник стражи порядка составили 36 административных протоколов на несовершеннолетних, еще 21 за распитие спиртного в общественных местах.